Ароматный напиток обязательно согреет вас в прохладные вечера, подарит отличное настроение и беззаботность после трудового дня. Готовьте его для родных или друзей, подавая дегустировать горячим. Порция такого красочного напитка моментально согреет, укрепит иммунитет и подарит легкую расслабленность и беззаботность. Помните, что вино кипятить нежелательно, так как из него выпаривается алкоголь. Сорт вина выбирайте по своему вкусу. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте указанные ингредиенты, вино используйте столовое или полусладкое. Помните, что цитрусовые кислые, поэтому можно немного увеличить норму сахарного песка. Ошпарьте цитрусовые кипятком, с мандаринов и половины лимона снимите цедру в кастрюлю или в ковш, лайм нарежьте мелкими ломтиками. Всыпьте сахарный песок либо замените его сахарной пудрой, можно приготовить глинтвейн с медом, но вмешать сладость в уже приготовленный и слегка остывший напиток. Всыпьте все специи и пряности, с цитрусовых выжмите сок. Ставим лайк и подписываемся. Влейте цитрусовый сок вместе с вином в кастрюлю к остальным ингредиентам, поместите емкость на плиту. Доведите до кипения, но не дайте закипеть, затем нагрев выключите, а емкость накройте крышкой и оставьте на 5-6 минут. За это время специи и пряности раскроют свои вкусы, придадут напитку яркий аромат. Разлейте приготовленный глинтвейн в стаканы и украсьте по своему вкусу, подайте к столу теплым, почти горячим. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Мандарин, 2 штуки, лимон, 1/2 штуки, лайм, 1 штука, сахар, 5 столовые ложек, вино красное, 500 мл, корица, 2-3 штук, гвоздика, 4-5 штук, лавровый лист, 2-3 штук, бадьян, 2-3 штук, ванильный сахар, 2 щепотки, мускатный орех, 1 щепотка, количество порций, 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Жду снова и желаю вкусного дня!